Всех приветствую на канале Ярославский огород. Сегодня 27 марта, и мы проводим на участке обработку садовых растений самым народным средством бордоской жидкостью. Это фунгицид для борьбы со всеми известными грибковыми заболеваниями в нашем саду. Знаю, что можно купить все компоненты отдельно, смешать, развести и обработать, но я покупаю уже готовый вариант – пузырек на 100 мл. Для искореняющей обработки необходимо 3 таких пузырька на 10 литров, но у меня уже на деревьях и кустах почки набухли и скоро распустятся. Такая концентрация их просто сожжет. Я традиционно не успеваю обрабатывать сад до начала вегетации и потому опытным путем подобрал оптимальную дозировку для существующей стадии. Пузырек бордоской жидкости на 7 литров воды. Берем ведро, наливаем воды, растворяем жидкость, перемешиваем, переливаем в опрыскиватель, добавляем воды, если маленький объем, и приступаем к процессу обработки всех растений вашего участка. Очень важно опрыскать все, иначе обработка будет неэффективна, и грибы перейдут с необработанных на обработанные растения. Использую в работе, пожалуй, самый народный ручной 10-литровый опрыскиватель «Жук». Как пользоваться, понятно на интуитивном уровне. Рекомендую все резьбовые соединения обработать силиконом, ибо агрессивная среда негативно сказывается на пластике. При обработке деревьев буквально мойте стволы раствором бордоской жидкости, ибо они очень подвержены заражениям грибов. Также не забываем обрабатывать почву под растениями, ибо она тоже может быть заражена грибом. Не забывайте оставлять комментарии, подписываться. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!